Самара для Линды – город родной. Здесь, говорит она, начался ее творческий путь. Именно в Самаре, в Ленинском районе, была такая частная студия, где мы занимались цирком. Вот, и, в принципе, с этого началась вся такая артистическая жизнь именно с Самары. Оглушительный успех композиций «Ворона», «Марихуана» и «Мало огня» позади. Настало время переосмыслить опыт, накопленный за время творчества, считает Линда. Слушателям стола заказов рок-звезда рассказала о своей новой программе, которую она записала с группой «Блэйди Феррис». Нас интересует жизнь человека, то, что сегодня он чувствует и как он ее сегодня проживает. И поэтому все эти моменты, они оживают в нашей музыке. То есть мы попадаем в такой музей, где картины, например, Пикассо, оживают и становятся реальными. То есть переходят в нашу жизнь, в наши фантазии. По словам Линды, в самое ближайшее время она представит новый проект. В нем реализованы эксперименты с этнической музыкой народов, населяющих Россию. И с ним она непременно снова приедет в Самару.